Сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Каждый день СМС с таким содержанием получают жители республики. Показатели термометров в ближайшие дни могут превысить 35 градусов. В Чувашии объявлен оранжевый уровень опасности. Дальше только красный, а с ним и значительная вероятность катастрофических последствий. Сейчас полностью запрещено разжигание костров не только в лесных массивах, но и на личных дачных участках и даже на берегах водоемов. В МЧС подчеркивают, за 6 месяцев текущего года в республике произошло 13 лесных пожаров. 5 из них в Алаторском районе. По фактам пожаров возбуждено 2 уголовных дела. Кроме того, хотелось бы отметить, что за отжиг сухой растительности у нас к административной ответственности привлечено более 100 граждан. И в связи с установившейся жаркой и сухой погодой Главное управление МЧС России по Чувашской республике обращается ко всем жителям и гостям нашей республики с просьбой ограничить посещение лесов. В ближайшие дни сотрудники пожарной охраны усилят контроль за соблюдением противопожарного режима, пройдут рейды. Нарушителям будут выписывать штрафы. Их сумма, к слову, весьма внушительная.